И о спорте. В Алматы чествовали победителей и призеров чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин. Не остался без внимания тренерский штаб сборных и научная группа. Их также наградили ценными призами. Напомню, в Ташкенте на первенстве мира среди мужчин казахстанские спортсмены заняли второе общекомандное место, завоевав 4 золотые и 1 серебряную медаль. Это лучший выездной результат в истории казахстанского бокса. А наша женская сборная в Нью-Дели завоевали 6 медалей различных достоинств. Мой сын всегда показывал хорошие результаты. Я даже не помню такого, чтобы он занимал вторые места. Поэтому мы всегда верили в его будущее. И к прошедшему чемпионату он готовился усердно. Теперь говорит, что хочет завоевать золото на Олимпиаде. Я как мать буду его только поддерживать. Победители чемпионатов мира по боксу и джиу-джитсу участвовали сегодня и в МВД. Марат Ахмеджанов отметил, что своим успешным выступлением на мировой арене казахстанские спортсмены подают большой пример для подрастающего поколения. Напомню, на сегодня больше половины спортсменов национальной сборной страны являются представителями общества «Динамо».